Ребятушки, привет из Витебска! Сегодня мы опять идем в Дед Мир, потому что с 8 по 11 февраля, если я правильно понял из рекламы, очень большие скидки на очень большое количество позиций. Не только на Hot Wheels, но и на Бурага в больших масштабах, это если кому интересно. Потому что есть действительно достойные модели, если кому-то хочется более любимую модель взять в большом масштабе и, скажем так, более качественно проработанную, то вот сейчас эти дни это самое то, чтобы расстаться с какой-то купюрой из кошелька. Ну что, давайте пойдем посмотрим, может еще что-нибудь новенького подвезли. Да, начнется охота! Да-да-да, вы только гляньте, смотрите-ка. И Mazda Repo. Очень хороший каст, свеженький. Первый раз в руках держу. Давайте посмотрим на красотку. Неплохо. Слушайте, хорошая модель. Кстати, на ценники не обращайте внимания. Я уже сходил, пропикал. И скидка на них есть. Просто вон продавцы по магазину ходят, еще ценники меняют. Не успели все везде поменять. Ну, потому что на самом деле очень большое количество скидок. Великолепный Бэтмобиль. И поэтому они чуть-чуть не успевают. Так. Я тебя искал. Я тебя заберу. Вот точно, вот. Ай, хороший Форд. Хороший Форд. Так. Отличненько. Хамви. Кстати, спасибо, тоже в комментариях мне пояснили, что такое Хаммер, что такое Хамви. Потому что я думал, что это немножко фантазии от Маттл было добавлено. Но нет, спасибо огромное. Обожаю такие вот полезные комментарии, из которых что-то узнаешь. Так, а здесь давайте, может, еще что-нибудь посмотрим. Ой, Шевик. Шевик тоже красивый. Вот это вот вообще из 5 штук. Вот эта вот серия в этом году. Конечно, классная. Очень и очень. Очень-очень симпатичный. Угу. Класс. Так, тоже отложим. Да, 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 Сиерра. Ну, Сиерру я, конечно, хотел. Боже мой, особенно кто смотрел распаковку раллийной серии, оставлю ссылку. Боже мой, столько про них рассказывал, но это... Этот ее китовый хвостик, этот спойлер, который это... Так. Отлично. Может, еще что-нибудь интересное найдем? Flyby. Flyby. Так, на мотоциклы тоже теперь будем смотреть. Мне тут BMW-шный мотоцикл понравился. Который из последней распаковки. Неплохо, неплохо. Слушайте, интересно, что это такое. Так, пончик. Я люблю фэнтезийки, но... Ай, не, ну, пончик, не. Так. Так, повесим пока тебя на место. Так, компактные короли. Так, 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 так. Ну, кстати, не помню, видел, нет. Очень такой симпатичный принт у гладиатора. Прям такой достойный. Очень-очень неплохо. Скоро будем на канале, кстати, открывать гладиаторы из серии Fast and Furious. Так, это еще один такой же мотоцикл. Ай, как хорошо в коробке бросился. Ой, красавчик. Трек манго. Блин, может еще и трек манго взять? Опять, вот этот принт меня просто купил. Он такой красивый. И Мэтт Мангу, и Трек Мангу собирать. О, мой кошелек будет не рад тогда такой новости, если я соберусь еще какую-то модель во всех реколорах собирать. Опять компактный король. И-и-и. Так. Никому не падать, всем оставаться на местах. Mm.
тут прям больше ничего интересного. Тут что? Ну да. Тюнедный Бэтмобиль что-то не вызывает особого спроса у народа. Так, Скулкрашер также, я думаю, висит еще с того раза. Слушайте, ну я вам хочу сказать, и я еще пропикал количество машин, все машины здесь на стенде. Я думаю, Детмир приятно удивлен, как у них подросли продажи по Hot Wheels, после того, как они стали все вывешивать сюда на стенд. Поэтому я поздравляю их и поздравляю себя с тем, что теперь не надо ничего просить. Так, ну и перемещаемся в более большой масштаб, в полюбившиеся мне модели Бурага, особенно вот эти простые, они сейчас по скидке, вот тут тоже ценники еще нигде не поменяли, причем на некоторые модели скидки чуть больше, где-то чуть меньше, где-то, как я понял, максимально 50%. Вот на этот шикарный Land Range Rover. Я помню из сайта, там, по-моему, сам тоже на него самая большая скидка из таких, из самых здоровых масштабов. Ну, вы видите, да? И в салоне сверху канистры, колесо, какая-то коробочка с инструментами. Там тоже в салоне... Да, но это 24-й масштаб. Для меня это совсем крупный. Я если буду себе несколько штучек брать, таких самых, которые мне больше всего нравятся, это будет 32-й. И скорее всего это вот такие вот серии будут. Классик, плюс. Они чуть лучше выполнены, чем простой Бурага. Да, Мазерати. И еще очень хорошо, что здесь пластиковый кейс. Можно посмотреть как спереди, так и сбоку. Так и сзади. И даже с другого боку. Да? Кейс прозрачный со всех сторон. И вот тут вот реально можно посмотреть, чтобы не было никаких косяков на модели. А, вот, да. Вот этот вот Defender тоже должен быть на очень большой скидке. Это тем, кто любит такие автомобили. Должно зайти. И будет очень неплохая. Ценник, по-моему... Ниже, чем на Wildberries. Тоже. Есть хорошие модели. Но я говорю, я вот в этих вот кейсах хочу присмотреть. И да. Dodge Viper. Кто давно смотрит канал? Ага, смотрите, видите? Спереди покраска покоцанная. Значит, откладываем. Потому что там еще есть. Кто давно смотрит этот канал, я его, наверное... Каждый раз, когда прохожу мимо Бурага, всегда брал его и смотрел. Не знаю, почему не самая популярная модель, но, блин, она мне очень нравится. Так, а здесь спереди нормально? Смотрите, вон какое-то белое пятнышко на двери. Угу. Ай, хорош. Так, ну там еще один есть, давайте его посмотрим. Так, спереди у нас все хорошо. Сбоку все хорошо. Отлично, я наконец-то дожил до того момента, когда я не просто хватаю, а беру еще, смотрю, чтобы все было более-менее нормальным. Хотя сейчас вспоминаю, что я Sierra взял, я даже не посмотрел, в каком она состоянии. Так, вот тот Viper мы и отложим. Отличненько. Блин, ну тут вот эти BMW и Mercedes, особенно старенькие, они такие классные, но блин. Но Viper. Так, что тут по большим масштабам у нас? А, Берлинетта, по-моему, вот она. Угу. Кстати, тоже. На эту Феррари должна быть скидка такая приличная. По-моему, больше 40%. А, и, кстати, на всякий случай скажу, это как и в белорусском, так и в российском Детмире скидки все эти, так что вот так. Ну, а, кстати, сюда мы зашли, еще что-то там матовые серии, к
какого-то производителя еще выше неплохие. И вот я обещал, что я еще покажу от Мобикара. Не, ну, интересная рейсинг. Bentley Continental с открывающимся капотом. Гоночная. Угу. Хороша, хороша. Вообще солидная. Неплохо. И самое главное, они вот почему-то Мобикара, они недорогие. На фоне всех остальных, того же Бурага и всего остального, там настолько бюджетные цены. То есть, в принципе, это тут главное, чтобы место позволяло. А вот эти матовые серии, про которые я говорил. Тоже недорогие. Просто, ну, как бы, этот производитель более-менее на слуху хотя бы. Как-то ему уже заочно доверяешь немного. Вот такой вот континенталь темненький. Ну, еще какой-нибудь давайте посмотрим, просто чтобы понимать. Да, вон корвет. Ну, хороший же корвет. Ну, отличный, я считаю, вообще превосходный. Поэтому и ценники на них очень демократичные. Кому нравится, обратите внимание. И оп, мы уже переместились домой. За наш чудесный стол, чтобы распаковать то, что мы купили. Потому что, как сказал хороший человек и друг нашего канала... И вот сейчас, через время, снимаю то, что купил. Я думаю, так намного интереснее, чем просто охоты снимать. Поэтому сегодня мы распакуем то, что приобрели на охоте. Причем все. Мы приобрели великолепный Dodge Viper. Ну вот он, на глаза, не формат. И Ford Focus и Ford Sierra Cosworth. Это я уже упоминал, еще раз можно ссылочку оставить. Мы подробно разбирали все модели, смотрели все форды. Правда. В общем, рассматривали очень много фордов. Про Sierra, про вот этот вот китовый хвостик, мой любимый. Поэтому сегодня просто открываем без лишних слов. А, ну и. Из последних моих приобретений, надо же еще и здесь похвастаться, вот она красотка. Кстати, не могу сказать, что она прям вот великолепна на все 100%, но, ребят, это же Ferrari California от Hot Wheels. Это замечательно. Про нее тоже сильно много говорить не будем, потому что на канале Hot Wheels Mania скоро будет распаковочка, или я не знаю, но в общем, ну, человек тоже приобрел себе некоторые модели Ferrari, я думаю, он нам интересно расскажет, поэтому мы его тоже посмотрим, послушаем, а Ferrari California просто посмотрим. Такая интересная моделька, кстати, она из пятипака 2002 года. И в моем случае, к сожалению, это вот только этот экземпляр мне достался. Ну почему к сожалению? Даже то, что мне вот она досталась, это уже огромное везение. Поэтому это круто. Но мы приступим... Ладно, давайте Ford все-таки откроем. Привет, красавчик! Мне... Да, я уже слишком, наверное, даже часто говорил. Ладно, еще раз скажу. Белые колеса мне нравятся. Они неплохо смотрятся. И на этом форде тоже. Кстати, тоже стекла слегка затемненные. Не особо видно, что в салоне. Ford Focus RS. Тоже и автомобиль красивый, и модель хорошая. Замечательно. Чудесненько, крутанем. Желанная находка для многих. Ну, я так понимаю, в Минске уже вообще она много у кого есть, причем уже достаточно давно. Мне она попалась только сейчас. Ну и это хорошо. И спасибо.
Хорошие декали. Да, еще на релизе было видно, что фары стекляшки. Это, конечно, тоже делает дело. Очень красиво. Шикарно, шикарно, шикарно. Модель просто бомба. Ну, задок такой замытый. И этот великолепный спойлер. Чудесно. Обалдеть. Очень рад. Очень хорошо, что сегодня зашел Дед Мир. Спасибо им за скидки, конечно. Давайте крутанем эту красотку. Та-дам! Слишком долго пускал я на него слюни. На самом деле, вот сколько... наверное, почти год я все ходил, каждый раз все смотрел вот эти вот бураговские серии, и не было на них где-то в мире скидки. Это вот сейчас, ладно, скажем так, месяцев за 7, за 8, это точно первый раз, когда была скидка на бурага. И это замечательно. Так. Кстати, моя первая модель в большем масштабе. Ну, ладно, в 32-м первая. А, или надо сначала, наверное, логичнее будет снять. Вы думаете, я знаю, как оно снимается? А, просто элементарно. Вот, кстати, вайпера нету, знаете, особенно в 64-м масштабе, так что все пищали по нему. Мне автомобили очень нравятся, и, естественно, я их отвился с большим удовольствием. Покупаю вайпер. Рад, что он был, несмотря на то, что многим не понравился в этом Nightburners в пятерочке 21-го года. И так, в одиночках очень симпатичный был. Но для меня, скажем так, это та модель. И как минимум, когда я вот эту бурагускую видел, мне прям... Красавец тут. Да. Шикарно. У нас там даже бортовой компьютер, да? Оу. Так, двери открываются. Даже сиденье, да, не просто так, а... Хорошо, хорошо, отличный. Блин, мне очень нравится. Вот это вот тот случай, когда, да, вне зависимости от того, что сейчас на хайпе, ты вот хотел вот это, и диски прикольные. Но то, что вот это вот внизу, да, она такая зеркальная, отражает это, создает такую интересную видимость. О, да, вот этот эффект, класс! Когда медленно крутится, да, такое ощущение, как будто он чуть ли не в обратную сторону, шикарно. Так, бензобак прокрашен, естественно. Задние фонари стекляшечки. Так, это похоже на наклеечку. Додж. Шикарно, шикарно. Так, еще что-нибудь. Ну, вряд ли тут что-нибудь еще есть движущееся. Бурака, 32-й масштаб. Додж Вайпер. Шикарно, шикарно. Все, ничего не открывается, но мне, в принципе, ничего и не надо. Просто великолепная модель, давайте ее крутить.
Ну что ж, чудесно. У меня сегодня великолепные обновки. Я им безумно рад. Тут, ну все, класс. Sierra, новая топовая модель от Hot Wheels, это вообще без вопросов. Ford Focus мне нравится. Dodge Viper, я сколько ходил в Детмир, все на него смотрел. Поэтому то, что сейчас там скидки, всем советую зайти и, возможно, прикупить что-то в небольших количествах, в большем масштабе, те модели, которые вам больше нравятся. Вам всем спасибо огромное за просмотр. Живите и процветайте!